Здорово, друзья! Меня зовут Евгений, я живу в Санкт-Петербурге, самом красивом городе на Земле. Сегодня видео покажу вам вариант квартиры от собственника. Я не просто так приехал в Питер по этим пробкам, по вот эту толпу, ребята, для того, чтобы показать, как далеко находится квартира от станции метро Площадь Восстания. Ну, это самое сердце северной столицы, ребят. Короче, если приедете в Питер как турист, а вы приедете, вы обязательно должны это сделать, вы сюда попадете по-любому, все дороги ведут сюда. Короче, ребята, стартуем от этой станции, едем до объекта, показываю вам квартиру, да, ну и жду от вас, соответственно, заявок. Внизу мои контакты, телеграм, ватсап, пишите, кто хочет остановиться напрямую от собственника, который живет рядом и в любой момент может вас встретить, заселить. Ребят, это удобно и надежно, потому что коршун проверил. Так, ну что, мы с вами спускаемся в метро. Так, станция Площадь Восстания, стартуем отсюда, заходим. Благо сейчас, ребят, не начало рабочего дня, не конец, народа немного, обычно тут толпень. Такие дела. Трое зашел, значит, смотрите, по поводу... Все равно в Питер приезжайте, будете кататься на метро. Смотрите, у нас есть проездные, там на сутки, на трое суток, на пять дней. Ну, а сколько вы планируете посетить Питер? Их выгодно покупать, если вы планируете много ездить. Если вы решили, как я, переехать в Питер, тогда тут уже, смотрите, допустим, я на работу езжу на велосипеде. Одна поездка на метро стоит, знаете, сколько? 70 рублей. Да, или 75. Короче, я редко езжу, но... дорого. Короче, если будет часто есть проездной, а если редко, либо на велосипеде, как коршун, то там можно 70 рублей заплатить. Такие дела. На велосипеде сегодня не поехал, потому что, ребят, ну я все-таки видео еду снимать, да? Как бы презентацию квартиры делать. Смотрите, я приехал потный, грязный. Вот квартира, поэтому я думаю, ладно, сегодня уже прокачусь на метро. Причем так давно ездил, я прям, знаете, для меня прям интересно. Так, спуститься, посмотреть. Смотрите, как глубоко, да? Это. О, красота. Короче, ладно, сегодня видео о квартире. Едем с вами. Едем на станцию метро Беговая. Вот, ребята, час дня. Скажите, пожалуйста, куда вы все люди добрые едете? Ребят, такое ощущение, что у нас страна не работает. Друзья, все, я на Беговой. Доехал от Площади Восстания за минут 20, наверное, ну, может, 18. Короче, смотрите, выходите из метро, здесь выход один, не заблудитесь. Другого выхода нет просто, понимаете? И идете, вот, вот дом видим, вот красненький, вот дальше синими полосками, вам туда. Там находится квартира. Еще боевое задание от коршуна. Ну, во-первых, приехать в Питер, посмотрите, вот, ну, это каждому, ребят, каждому. Когда приедете в Петербург, ребята, перейдете вот эту дорогу, да, вот там остановка. Вот видите, вот там на углу, вот за светофором, там остановка. Смотрите, это остановка в Кронштадт. Никаких экскурсий, бабок, автобусов, толпы. Пошли на остановку, пошли, сели сами, доехали до Кронштадта, походили, пофотографировали, попрыгали через заборы, поубегали от охранников, ребята. Ну, это ладно, это уже смотрите сами. Это уже как бы дополнительная опция. И вместе с тем сделали все сами, да. Еще раз, никаких экскурсий. Поехали на автобусе, доехали сами, прочувствовали колорит места, в котором живет ваш коршун и получает удовольствие. Понимаете, ребят? Окей? Договорились? Так, ну что, идем в ту сторону. Там, ребят, я вам покажу квартиру, которая сдается посуточно от собственников. Коршун в подъезде, заходим в местные владения. Так, ну, раз лифт, два лифт, да. Ну и, соответственно, заходим в саму эту. Так, сейчас, секунду. Ребят, мы зашли с вами, соответственно, ну, вот тамбур, да. Раз квартира, два квартира, ну и вот металлическая дверь, вот эта квартира. Ребята, я видео начну вообще с ноу-хау, я даже сам не знал, что такое есть. Короче, смотрите, называется система удаленный доступ. Соответственно, вам говорят пароль, вы приезжаете, вводите его, берете ключик и заходите. Представляете? Вот такой даже бывает. Прикольно. Ну, в любом случае, хозяйка здесь живет рядом, в соседнем доме, поэтому как бы, с этим у вас проблем не будет. Хорошо, давайте покажу вам всю квартиру, да? Так, ну, первое. Здорово, ребята, это ваш кошечку загорелый, да? У нас в Питере лето вообще в этом году прям вот такое. Так, ну что, мы с вами попали в коридор. Начнем мы... Давайте со спальни начнем, да? Значит, заходим в спальню. Спальня, смотрите, огромная, светлая. Недавно сделан ремонт, все покрашено. Вот вашим ножкам будет вот здесь мягенько ходить. Смотрите, какой коврик хороший, вот прям, ребята. Хорошо. Так, что у нас в спальне? В спальне большая кровать, хороший матрас, есть... сушилка для белья, столик, пульт, телевизор. Дальше что у нас? Такая система хранения. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Коршун везде залезет. Ага, видим. Ящики, плед, система отпариватель. Дополнительно есть стулья, коробки есть, если какие-то вещи хранить вам надо. Ну и наверху, вот, антресоли.
Дальше здесь смотрим. Здесь просто тоже, опять же, система хранения, вешалки. Ну и вот это вот так удобно шторкой можно закрыть, если вы, допустим, не один приехали. Ну и кого-то хотите пригласить. Ребят, можно я одну вещь сделаю? Подождите, я вам сейчас дальше покажу. Ребят, подождите. Смотрите. Та-да! Класс! Ой, какой матрас мягкий, ребята. Ой, как хорошо. Ребята, все, короче, я не буду дальше снимать видео. Все, Коша, давайте. Спокойной ночи. Увидимся через часов 12. Ой. Ребята, здесь так хорошо. Мне не дальше встать и вам показать квартиру. Такой мягкий матрас. Ой, ладно. Можно так. Ставим дальше, смотрим. Так, окна у нас выходят на тихую улицу. И смотрите, вон видите, башня Атлантик-Сити. Да, вот это вот. Один из самых первых небоскребов в Питере. Такие дела. Ну что, спальню я вам показал. Давайте мы с вами дальше посмотрим на туалет либо ванная. Выбирайте. Раз, два, раз, два, раз, два. Давайте туалет посмотрим. Так, заходим в туалет. Так, здесь у нас, ну, плитки, кафель, да, даже декоративные элементы поставили. Сразу дрожание идет. Я просто плитку я продаю, поэтому у меня уже профессиональная деформация. Когда захожу и вижу, ага, думаю, ну, в принципе, можно, скажем, просто положить плиткой, да, без рисунка, это будет дешевле, чем какие-то декоративные элементы. Ну, решили люди заморочиться. Ладно, так, здесь у нас для уборки, соответственно, унитаз. Вода есть. Ну, здесь у нас средства. Вот вы смотрите, либо вы будете убирать, либо уборщица, уже как договорились, да? Ну и следующая у нас ванная. Так, ванная. У нас здесь не душевая кабина. У нас здесь полноценная ванная. Так, также у нас есть стиральная машина. Смотрите, так, машина хорошая, без запаха. Коша уже проверил. Так, ну и вот здесь зеркало и раковина, где вы можете почистить зубки. Также есть фен. Что еще для счастья надо, да? Так. Дальше к вам с вами идем. Святая святых, кухня. Ну что, ой, ребят, готовы? Идем на кухню. Так, ну что, заходим с вами на кухню. Кстати, мне всегда нравятся такие люстры, ребят. Вот, казалось, простенько, да, но достаточно смотрится стильно. Согласитесь, да? Потолки, кстати, высокие, заметили здесь? Так, ну что, друзья, показываю кухню. Давайте, с чего мы с вами начнем? Холодильник? Нет, давайте начнем с материала. Ребят, когда вы приезжаете в Питер, да, можно сходить в кафе. Ну, не находишься, ребят. Ну, я вот иногда в теремок хожу, кто моему банчике смотрит, знает, да? На Дзене, кстати, выходит Коршуна. Жду каждого на Дзене. Пожалуйста, подходите. Вместе будем с вами кушать вкусную еду. Короче, кто моему банчике смотрит, знаете, что я иногда хожу в теремок. Ну, есть такой грешок. Но, ребят, там сейчас чек выходит 680 рублей, 700 рублей на одного человека. А, как правило, в Питер едет семья. И вот вдвоем сходил 2000. Ребят, можно купить продукты. Здесь рядом продуктовый магазин. И вот здесь, на этой кухне, просто приготовить себе нормальный, полноценный ужин. Что у нас есть, да? У нас есть посуда, у нас даже есть крупы какие-то. Ну, можете как завтраки готовить себе, да? Напоминаю, что в Питере всегда есть горячий, холодная всегда есть, горячая тоже всегда есть вода. Плюс есть фильтр, да? Вы можете, опять же, не покупать воду, пользоваться отсюда. Дальше, что у нас по шкафам? Ну, здесь, о, финские витамины вижу, да? Так, нет, это не финские витамины, это просто витамины. Ну, видимо, кто-то оставил. Дальше что у нас здесь? Макароны. Так, там у нас... А, там у нас просто вытяжка. Так, ножи есть, соль есть, масло подсолнечное придется, видимо, вам докупать, заканчивается. Дальше что у нас здесь? Смотрим. О, смотрите сколько. Сколько чая, ребята. Здесь есть мой красненький? Нет, моего красненького нет. Я когда был в Москве, снимал гостиницу, я там на коммуниздил красного чая. Кто мои мукбаны, кстати, смотрит, знаете, да, ребят? Ну, есть же грешок такой. Когда приезжаешь, все включено, то Коршун там платил почти 5 штук за сутки. Поэтому, естественно, я пару пакетов чая взял, мне обеднеют. Такие дела. Я, кстати, бесплатную рекламу сделал, я показал, в какой гостинице я жил. Ладно. Так, здесь открываем. Так, у нас есть с вами сковородки, даже блендер есть и что-то у нас, книга рецептов. А, это, видимо, мультиварка. Ну, я думаю... Кастрюля, сковородка, все есть, вы уже не будете так заморачиваться. Ну и здесь у нас что? А, здесь у нас вот фильтр стоит и чистящийся. Чистящийся. Короче, ладно. Так, телевизор. Давайте посмотрим на холодильник. Открываем. Господи, ребят, вот я рыба не приехал, да, в Питер. Не с той стороны морозилку открываю. Так, морозилка. Вот здесь, ну, холодно, вот, лед можно замораживать. И давайте посмотрим сам холодильник. Так, холодильник, ребят, я всегда проверяю холодильник запахом. Подождите.
Нет, нормально все. Чистенький холодильник. Все отлично. Можно здесь хранить продукты. Ну и здесь у вас есть небольшой диванчик, куда мы сейчас с вами присядем. Хорошо? А вы знаете, я сейчас пообщался с собственницей этой квартиры. У нее, во-первых, две квартиры. Она сдает в этом доме и в соседнем, да? Кто не видел мое предыдущее видео, я в комментариях закрепленном оставлю. Посмотрите, пожалуйста. Ну, потому что иногда этот вариант занят. Возможно, свободен тот. В общем, пообщался с собственницей, она говорит, что вот, ну, на днях к ней заезжали сюда люди, жили, говорят, на Невском, где-то там, ну, где-то в центре сняли квартиру, перевели предоплату, иной оказался развод. Понимаете, да? Друзья, если вы обращаетесь к Коршуну, если ваш Коршун дает вам контакты, это 100% проверенный вариант. То есть вы можете смело на это рассчитывать. То есть собственника я знаю лично в лицо, вот мы с ним общаемся, просто человек немножко стесняется на камеру. И вместе с тем, ребят, обращайтесь ко мне. То есть сначала, смотрите, вы пишете мне, да, я задаю кое-какие уточняющие вопросы, после уже даю вам контакт именно собственника, не агента, еще раз собственника, с которым вы уже будете взаимодействовать. Ой, ребят, можно на стол поставлю камеру? Касательно вот этих авансов, надо уже переводить четко проверенным людям. Ну, не просто так, знаете, где-то на какое-то объявление нашел, кому-то перевел деньги, естественно, велик риск развода. Ну, аферисты, ребята, аферисты, они работают, это их работа. К сожалению, такие люди тоже существуют. Что еще я хотел сказать? По поводу донатов, друзья мои. Вот вы знаете, вы мне переводите донаты периодически, да? Я не стал его выписывать, мне просто перевели сумму 100 рублей, честно скажу, без от кого, без каких-то текстов. Пожалуйста, друзья, если переводите донаты, цель их не то, что как бы я как-то нажился, заработал и все, да, и радовался жизни. Цель просто сделать кому-то сюрприз, кому-то сделать приятное. Допустим, вы... Ребят, у меня просто у Коршуна два телефона, что сами знаете, же бизнесмен липовый. Ладно, ребят, значит, смотрите, цель донатов не то, что я как-то много что-то заработал, сделать кому-то сюрприз. Допустим, кто-то из ваших близких смотрит мои видео, да? Вы тихонечко им присылаете донат, а вот человек смотрит и читает: «О, откуда Коршун знает? О, Коршун меня поздравил, а как такое?» То есть вот эта цель доната, да? И как бы кто может 100 рублей, кто 1000, ну, пожалуйста, пишите какой-то текст для того, чтобы, ну, для кого-то было приятно, для кого-то было, ну, вот это услышать, да, а не просто какая-то сухая цифра. Так что такие донаты мне не надо переводить. Еще раз, желательно имя, город и пару слов пожеланий, которые я лично вам адресую, хорошо? Ой, ребят, район классный. Метро Беговая 2 минуты пешком, просто легким шагом. Ну, квартира после ремонта хорошая, жить вот так. Ребят, мне так понравилась эта кровать, что я решил еще раз вам ее показать. Здесь я уточнил, я думаю, что так мягко. Новый ортопедический матрас, смотрите, он прям новенький, он прям даже, ну, пахнет. Ну, новая кровать, ребят, видите? Там дополнительно лежат одеяло, подушки, если вдруг, ну, понадобится, да, если будут пользоваться. Плюс, кстати, еще здесь рабочее место есть. Если что-то будете... Если, наконец-то, каждый из вас станет блогером, да, и начнет вести свой блог, и когда приедет в Питер, начнет людям об этом показывать и рассказывать. Вы не знаете, сколько людей хотят это видеть и смотреть. Так что приедете, здесь есть Wi-Fi, будете сидеть вот за тем столом, монтировать видео, а здесь спать. Ой, ребят, как мягенько. Ой, бозички мои. Все, маркизы, вы сюда ириску. Ой, и был бы кайф. Вот такая, ребят, квартира. Вроде бы все вам рассказал, так что пишите по планам на будущее. Скажу быстренько, анонс сделаю вам, да. Я сейчас в отпуске, и помните, я снимал видео, как развели нашего Коршуна, моего зрителя, да. Ну вот, мы все мои любимые зрители, никому вас не отдам, не дай бог кто-то обидит. Короче, развели зрителя здесь у нас в Питере, да. И краткий анонс, да, то есть человек сделал предоплату, купил вещь, фирма закрылась, деньги не вернули. И значит... В общем, он мне написал, я снял видео, помог ему составить заявление в полицию, а в полиции просто отписка. Короче, ребят, я подготовлю материал по этому поводу, да, я не буду снимать отдельное видео, просто вот в следующих выпусках вам покажу, что написала полиция, что вы видели, что вот все увидели, как у нас работают госорганы, понятно, ребят, потому что это, ладно, ну, есть... Ой, ребята, хорошо. Есть обычные, есть какие-то депутаты люди, есть кто миллионами гребет деньги, да, а есть кто честным трудом зарабатывает. И когда даже, пусть даже 18 тысяч ты лишаешься, я считаю, что это обидно, Коршуны. Но для меня лично это большие деньги, 18 тысяч, мне никто никогда ничего не давал, все зарабатывал сам. Такие дела. Ребята, я хочу здесь поспать, можно? Так хорошо, так матрас мягенький. Вы не представляете, ребят, вообще хорошая квартира. Так что будут вопросы, пишите. Надолго с вами не прощаюсь, макачурки. Давайте увидимся в следующих выпусках. Хорошо? Так что надолго. Вот
день 2, и следующее видео будет, хорошо? Все, давайте, ребят, давайте, пока-пока, пока, хорошего, пока.